Бережливое производство, усовершенствованное управление, логистика и сбыт продукции – это основные задачи национального проекта «Производительность труда». Эту программу успешно внедрили на Ульяновском конструкторском бюро приборостроения, входящем в концерн радиоэлектронных технологий госкорпорации «Ростех». Полгода этот проект тестировали на предприятии в одном из цехов и достигли значительных результатов. Мы сейчас находимся в цехе поверхностного монтажа, можно сказать, в сердце нашего предприятия. Здесь производится ручной автоматический монтаж модулей, которые в дальнейшем идут в блоки, а блоки идут в конечные изделия и в конце концов устанавливаются на все типы летательных аппаратов, которые производятся у нас в стране. Почему выбрали этот цех? Потому что это самый затратный, финансово затратный цех. Вся комплектация, все радиоэлементы собираются в этом цехе. В цехе снизили трудоемкость, оптимизировали логистику внутри предприятия, расставили оборудование более грамотно. Это позволило сократить время для его переналадки. В итоге процесс создания конечного продукта ускорился на 20%. Ключевое правило нацпроекта – сотрудников не сокращают, они остаются на своих местах. Программа лишь помогает разгрузить персонал, а на УКБП сотрудников только прибавилось. Мы видим действительно эффект от этого проекта. Все предприятия подтверждают, что действительно производительность труда в сегодняшних условиях, когда увеличиваются объемы производства, увеличивается загрузка предприятий и действительно ощущается некая нехватка кадров, он, конечно, играет существенную роль, потому что позволяет, во-первых, снизить остатки незавершенного производства, увеличить выработку продукции и, соответственно, снизить время как раз на операции. Национальная программа «Производительность труда» реализуется с 2021 года. Более 39 ульяновских предприятий участвуют в проекте, а более 15 организаций уже успешно внедрили эту систему. Светлана Карпухина, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.